в масках, да? Или? Нет, можно снять. Да, мы снимаем маски. Да. Маски можно сейчас снять, да. Вы находитесь полностью. Станислав Саламович, Артем, кнопка. Ключевое слово условно, да? Но у нас зеленая еще. Она работает все время, не трогаем ее. Кнопка. И будете журналисты видеть вот на этом экране, который задает вопрос. Если будет вопрос на иностранном языке, то вот отсюда будет перевод. Вы тоже будете его слышать. Угу. Смотреть нам туда или в камеру? Или как? Да, лучше смотреть. Лучше в камеру. Да. Вот. Вопрос вы будете видеть через экран. Да. Уже идет трансляция, можно начинать, да? По времени, да. Уважаемые коллеги, уважаемые журналисты, мы готовы начать нашу предматчевую пресс-конференцию перед завтрашней игрой Евро, перед стартовой игрой Евро. Россия-Бельгия. Надеюсь, что вы нас слышите, видите. Первый опыт такой вот видеоформата на Евро. Станислав Саламович Черчесов, главный тренер сборной России, капитан команды, нападающий Артем Дзюба сегодня будут отвечать на ваши вопросы. Поднимайте, пожалуйста, руки на вашем экране. Вот я вижу сейчас первую руку. И буду стараться каждому предоставлять слово, чтобы вы задали вопрос. А первый вопрос у нас стандартный. И Станиславу Саламовичу, и Артему, пожалуйста, оцените, как прошла подготовка к Евро. Вот сбор в Австрии, контрольные матчи, несколько дней уже в Санкт-Петербурге. Все ли удалось сделать, все ли, может быть, что-то не удалось. Вот, пожалуйста, ваша оценка трехнедельного периода работы подготовки к Евро. Станислав Саламович. Ну, то, что запланировали, мы сделали. Провели два контрольных матча, которые нам дали пищу для размышлений, что по поводу тактики, что по форме каждого игрока. Ну, естественно, в каждой команде, и у нас в частности, тоже не обошлось без потерь, потому что и травмы есть, и по болезни вот нам сказали, что мостовой сегодня мы еще проверили, еще специально, чтобы до конца понять, выбыл по ковиду. Поэтому вот это, естественно, неприятный момент. А так, по большому счету, мы все выполнили. Команда выполняла те задания, которые мы им давали. Теперь задача войти в турнир. Да, я думаю, нечего добавить, Саламович. Саламович все следит за этим. Наше дело только выполнять, и все, в принципе. Да. Ну, Артем согласен с тем, что сказал Станислав Саламович. Дополнений нет. Вижу руку. Гоша Чернов. Даю вам слово. Надеюсь, вы появитесь. Сейчас у нас будет слышно. Да, да. Да, видим вас. Гоша, можно? Ты хорошо слышишь? Плохо слышно вас. Гоша, чуть громче говори, пожалуйста. Еще раз повтори вопрос громче. Потому что Евгеньев у нас прошел весь сбор, Самошников у нас до сих пор травмирован, поэтому Евгеньев. А по поводу вашего вопроса по другим игрокам, мы вчера вечером еще сделали, и сегодня утром сделали, все чистые. Спасибо, пока не вижу рук. Тогда вопрос и к Станиславу Саламовичу, и к Артему тоже относительно сборной Бельгии. Насколько вы изучили эту команду? Может быть, какие-то изменения по сравнению с теми матчами, которые вы проводили вот последний раз в отборочном цикле? Давайте, Артем, наверное, ваше мнение по этому поводу о сопернике. Ну, прежде всего, непонятно по Де Брюйне. Везде пишут, что он играть не будет. Наверное, точно для Бельгии это будет большая потеря. А в целом, мне кажется, эта команда играет в свой стиль. Недаром она на первом месте в рейтинге, поэтому она, мне кажется, сильна в любом сочетании. Но, конечно же, никому не хотелось бы терять своих лидеров. Поэтому, в целом, я думаю, что бельгийцы как были фаворитами группы, так и они остались ими. Ну, понятно, в каждой команде есть изменения, иногда они тактические, в Бельгии тоже есть какие-то нюансы. Если брать чисто арифметически, что с чемпионата мира у них 18 игроков, насколько я это знаю, остались в составе. Поэтому в этом плане они сыгранная команда, знают, что хотят, отличный тренер. Другое дело, что мы 3 раза с ними играли. Все 3 матча были интересные и зрелищные для болельщика. Ну, мы
изучаем их, и наша задача в завтрашней игре быть на максимуме своих возможностей. Спасибо. Прошу журналистов быть активнее. Не вижу рук. Опять вот Чернов хочет задать вопрос, так как рук нет. Гоша, пожалуйста, спрашивайте. Там другой, по-моему. Дорский, да, это. Ну, Дорский позже поднял руку, я уже дал слово. Александр, давайте, да. Слушаем вас. Громче, не слышно вас. Громче. Не слышим. Вообще не слышим мы вас. Не слышим. Саш, не слышим тебя. Вот теперь мы вас слышим. Ну, во-первых, это хорошая команда, раз. Во-вторых, ну, сейчас я не буду говорить, чтобы соперник не знал, почему. А так, естественно, мы обсуждаем эти моменты. Есть индивидуально сильные игроки, есть качества, которыми они пользуются как индивидуально, так и командно. Поэтому и сегодня, и вчера в тактической тренировке мы моделировали так, чтобы их сильные стороны нивелировать. Другое дело, что мы должны, понятно, соперник соперникам, ну, как он, Артем, не даст соврать, мы все время говорим, что надо обращать внимание на себя больше, потому что соперник это одно, ну, а мы это другое. Ну, еще раз повторяю, три игры сыграли, все были, ну, такого интересного, хорошего уровня, для нас поучительные. Другое дело, что это уже чемпионат Европы, старт, и нам надо быть готовым. Александр, все? Удовлетворены ответом? Да. Спасибо. Гоша, пожалуйста, вам даю слово. Мы также на Дорском сидим. Мы тебя видим. Поднимайте руки, пожалуйста. Чернова не видим. Еще есть вопросы у кого-то? Все? Нет. Сейчас. Вопрос Артему. Вы забили больше всего голов за русскую сборную. Чувствуете ли вы какое-то давление? Все, да? Все можно отвечать. Как и любой спортсмен, мы все ощущаем давление. Это, в принципе, нормальное явление. Просто каждый по-своему справляется с этим давлением. Поэтому в целом, наверное, такое волнение есть, но давление я не испытываю. Волнение приятное в ожидании большого турнира, в ожидании матчей. И понятно, что, конечно же, хотелось бы забить любому футболисту на таком турнире, но всегда, прежде всего, здесь команда. Команда на первом месте, и главное, чтобы мы набирали очки. А все остальное это уже придет. Буду правильно и хорошо играть, голы сами придут. Спасибо за вопрос. Thank you. Спасибо. Еще поднимайте, пожалуйста, руки. Мы для этого пришли, чтобы ответить на ваши вопросы в преддверии завтрашней игры. Еще есть вопросы? Достаточно много участников нас видит и слышит, но не очень активно все. Так, Игнасио Ортега. Испанец? Да, ну русский будет перевод. Да, мы поняли.
нас по времени должно быть. Да, Игнасио, слушаем вас. Добрый день. Знаю, по-русски говорите. Не слышим. Не слышно вас. Так красноречиво говорит, а мы его не слышим. Игнатьев, мы вас не слышим. У вас какая-то проблема со звуком. Не слышно вас, можете не стараться. Так, еще вопросы, Игнасио. Следующий вопрос, если есть таковые. Не стесняйтесь, коллеги. Я извиняюсь, у нас какая-то обязательная программа, или если что-то не получается, мы пойдем. Потому что мы не можем здесь сидеть, и да. Нас ли слышат. Андрей Панков. По времени должно быть или что? Ну, у нас полчаса есть, да, мы. Андрей, попробуй задать вопрос, да. Громче. Ну, Марио больше тренировался, он с первого дня у нас на сборе, Денис попозже. Ну, Марио практически набрал кондиции, Денису, ну, возможно, не хватает пару процентов. Вчера, кстати, мы все данные им показывали, чтобы они себя видели, но от тренировки к тренировке Денис превращается в самого себя и становится боевой единицей. Ну, мы, естественно, этому рады, потому что игрок такого уровня всегда... нужен. Андрей, еще вопрос есть Артему? Ну, хотелось бы, прежде всего, играть в футбол, а не бороться. Все-таки немножко другой вид спорта. И все-таки мы не только верхом играем, мы играем по ситуации и используем разные аспекты атак. И можем и верхом, можем и низом. Поэтому, конечно, мы понимаем, я прекрасно помню, как они неуступчивые в борьбе, очень сильные, организованные. Поэтому тут я прекрасно понимаю, что требуется от меня в игре и постараюсь выполнить вот свой план, который я должен делать на поле. А там дальше посмотрим, как удастся или нет. В любом случае, опыт есть действительно, и мы проанализировали все свои матчи с ними. Спасибо. Спасибо. Еще есть вопросы, коллеги, кто нас слышит? Нет? Все? Да, тогда будем завершать. Спасибо. Спасибо. Всем за участие. Спасибо. Всего доброго. Вообще великолепно.